Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, ребята, мы продолжаем, будем сейчас идти продолжать прокачивать нашу команду. И как можно быстрее это все сделать. Потому что, ребята, я уже говорил, почему я хочу как можно уже быстрее закончить этот сезон, чтобы начать другой. И чтобы, потому что там уже я заметил, а как бы мне уже говорили, что много всяких версий повыходило и вот это все. Поэтому, ребята, я как можно быстрее хочу уже закончить этот сезон и начать пятый или какой там у нас уже по счету. И по сути дела там уже, даже до тех пор, пока мы закончим пятый сезон, потому что еще нужно многих покемонов прокачать, там уже, ребята, еще парочка версий новых выйдет. Поэтому, ребята, как-то нужно... Ну, немного хотя бы побыстрее попытаться это все делать. Если например, ребята, давайте посчитаем. Давайте вот сейчас посчитаем. Когда мы прокачаем эту команду, у нас уже будет заполнены три бокса, ну, коробки вот этих, да, покемона. Три бокса это... Ну, я не знаю, сколько точно, но, в принципе, ладно, три бокса. Потом у нас еще есть еще два бокса, еще парочка покемонов. То есть потом у нас еще остается где-то 25 команд. Какие 25 команд? Нет, потом у нас еще остается где-то 13 команд. Что-то я не так посчитал. А, он уже 50 уровень. Так, быстро сюда. Давайте быстро тогда... Ой. Нет, это сюда. Это сюда. Давайте Стантлера прокачаем. Ай, да что ты прикалываешься, вот это выкидывает. Так, вот. Ребята, дальше, быстро, Стантлера. В этой серии давайте постараемся Стантлера прокачать к 50 уровню, ну, в принципе, постараемся, да? Так, еще раз. То, ребята, у нас остается еще где-то 12 покемонов. Что-то я вообще, ребята, 12 команд приблизительно. 12 команд это, ну, не скажу, что... За день это все, ну, как бы за пару серий это все прокачивается. Но все же 12 команд мы сможем прокачать где-то... Ну, допустим, ребята, мы прокачиваем где-то одну команду в 2-3 серии. Смотря какая команда, смотря где мы прокачиваем, и смотря не нужно ли нам что-то другое делать. 2-3 серии мы прокачиваем одну команду. Ну, в принципе, ребята, я не знаю, когда, честно, не буду говорить, потому что я сам не знаю, когда мы вот это докачаем, эту команду. Но все же, мне кажется, недолго там еще осталось прокачивать все наши команды. Ну, не считая то, что нам еще нужно Райквазу. Ну, ладно, если не считать Райквазу, если просто ее не считать, да, то, в принципе, ребята... Не так долго, мне кажется, еще осталось. Если даже вот это... Хотя нет, знаете что, ребята? А давайте-ка мы, наверное, потом еще цены понизим на Раркенди, чтобы прокачивать наших покемонов еще быстрее. И тогда, ребята, мы их еще быстрее прокачаем и еще быстрее начнем... ну, их прокачивать, да, логично. И тем самым быстрее закончим этот сезон, быстрее начнем другой. Ну, в принципе, да, ребят. Ну, давайте, знаете что? Давайте уже докачаем эту команду, то есть... Докачаем ее. И после этого мы уже, ребята, будем разбираться. Снижать сцены, делать ли еще что-то, или еще что-то. Потом мы, ребята, разберемся. И с тем же, как его... с тем же Райквазой мы тоже потом разберемся, ну, сама суть. Ну, если так читать, ребята, нам еще нужно потом будет сделать... нам потом еще нужно будет сделать машину для Мьюту, чтобы размножить. Ну, это уже такое, то есть, ладно, за серию, мне кажется, мы это сделаем, если постараемся. Так, ну, что самое главное, ребята, это я говорю. Давайте уже хотя бы эту команду прокачаем, чтобы у нас были уже три ящика заполнены. После этого, ребята, мы уже будем смотреть. Может, мы действительно еще уменьшим цены, чтобы еще быстрее прокачивать наших покемонов и быстрее менять команды. И, в принципе, с этим, ребята, мы быстрее закончим сезон и быстрее начнем новый. Так, ну ладно, с этим более-менее так разобрались. Я уже более-менее знаю, что мы будем делать.
Я, наверное, действительно, ребят, потом еще уменьшу немного цены. Потом, наверное, сам еще пойду добуду там хотя бы еще 5-15 стаков глоустона или сколько там понадобится. Чтобы уже прям, знаете, хватило. И также вот этих сахара. Ну, пока что, ребята, в этой серии давайте докачаем. Давайте докачаем, точнее, прокачаем Стантлера. Ай, Спиро, ну да, тебя вот этим лучше. Стантлера к 50 уровню, если у нас, конечно, получится. То есть он был 30 или какой? Сейчас он уже, ребята, 37. То есть мы ему уже 30, то есть мы ему уже 7 уровней прокачали. Сейчас еще убьем вот этого тренера, точнее, выиграем у него. И... Да как... Ты зараза, а? Давайте еще раз. Отлично. Еще раз. У нас еще... где? Вот, еще 23 ракенди есть. То есть это... не мало, да? Еще осталось. Но все же, ребята. Так, в этой серии постараемся быстренько. Быстренько... Ой, ты зараза. Быстренько прокачать Стантлера к 50-му. Как можно быстрее прям, ребята. После Стантлера мы сразу беремся за... За кого мы... За кого бы там взяться? Как можно быстрее. Фиг его знает, если честно. А знаете, что я еще хочу посмотреть, ребята? Ща. Да ты ударишь его, не ударишь, наконец-то. За скалипеды мы потом возьмемся. А давайте снимем с Рампардоса. Вот это экспешер, потому что, в принципе, мы это потом его будет прокачивать. И посмотрим, будет ли нам больше опыта даваться. Если будет больше, то можно еще и так прокачивать. Я, ребята, если честно, не знаю, нужно будет... Ты издеваешься. Нужно будет посмотреть. Если больше опыта будет давать, то тогда будем прям докачать 50-му и все, больше даже не качать. А потом только раркенди. Потому что если будет даваться больше опыта, то, по сути дела, мы будем... быстрее прокачивать наших покемонов, но не быстрее в плане всех покемонов, а только одного. Но мне кажется, что так и так, ребята, быстрее будет. Как ты убил с одного удара? Там, в принципе, у тебя только один покемон и был. Так, мне кажется, лучше домой. Давайте посмотрим, сколько опыта. Ну, в принципе, нормально, но только это небольшой уровень, поэтому нужно... Вот, например, если Гипно убьем, если... Если он нас быстрее не убьет. Ух ты, нифига себе. 39-й. Ну давайте вот этого. Ну, Эртквиком, в принципе. Хотя, в принципе, нормально, ребята, опыта дает. Если вот так считать, то... Да, если мы, например, снимаем экспешер с одного покемона, то тогда на другого нам больше должно додаваться опыта. Если вот так судить. Так, еще раз. Отлично. Фу, давайте, ребята, домой. Давайте еще вот этого попытаемся хотя бы. Я не знаю. Да ты издеваешься, ну стоял. Ладно, иди ты в нафиг. Вот эти кёгры. Вот кто-кто, но они что-то забагались, ребята. Я не знаю почему. Да пофиг, ладно, они. Он у нас уже есть, поэтому как-то. Вот смотрите, баг, то есть и 100%, смотрите, я сейчас спавнюсь и сразу или один, или два сразу в ту же секунду спавнится. Нет? Это новенькое, такого еще не было, ребята, чтобы они не заспавнить. Хотя я, в принципе, ну то, что говорю, баг какой-то, что они так спавнятся очень часто, не часто, а багом, то есть, фиг его знает. Ладно, не будем на это уже как-то, да ты дашь мне пройти, не дашь мне пройти, столько вас тут. О, ребятам перезаходить нужно, потому что залагало. Залагало, ребята, но я уже перезашел. Так, быстро вылечим, чтобы у нас команда там сохранилась. И потопаем. В этой серии Стантлер 40 уровень. Точнее, ну, как бы он уже 40 уровень. Да, вот так, отлично. 41-й. Давайте посмотрим, сколько опыта дастся за этого Фералигатора. 41-й. Ну... Не, ну, в принципе, ребята, если так судить, то должно же больше опыта даваться. Если мы одного покемона перестаем прокачивать, то как бы тот опыт, что ему уходил, должен как бы даваться нам. Мне так кажется, что так должно и быть. Так. Покехил. Быстро. Опа.
Он 42-й уже или нет? Нет, 41-й. И еще раз. Отлично. Так. Ну тебя я не знаю, чем бы тебя бить. Не так мы тебе и много урона наносим. Давайте рампардосом. Вот этой атакой, да, она не очень прям сильная. Ну, нормально. Фу. Так, быстро, ребята. Я уже понимаю, что и, в принципе, и мне тоже уже, если честно, немного скучно в этом сезоне. В том плане, что действительно мы, кроме того, как прокачиваем покемонов, мы ничего не делаем. Поэтому, ребята, нужно постараться как можно быстрее его закончить. Сейчас, ребята, давайте подумаем. Если мы будем прокачивать покемонов, начиная с 40 уровня, то это, в принципе, нам нужно на одну команду 2 стака покемонов. А 2 стака покемонов. 2 стака раркенди. Уже, ребята, или сплю, или засыпаю, потому что какие-то 2 стака покемона, не знаю откуда. 2 стака раркенди. Ну, ладно, то есть яблочки это все мы купим, но то, что если каждый раз так по 2 стака глоустона выкидывать на одну команду, то 10 стаков нам хватит только на сколько там, на 5 команд. Это не так уж и мало. Ну, я, ребята, согласен, что нужно как можно быстрее их прокачивать. Какими-то способами быстрее искать, быстрее прокачивать, быстрее развиваться. Если бы мы, ребята, начинали прокачивать команды с 40-го уровня, то мы бы уже сейчас прокачивали. Потому что, ну хотя как сейчас, если от Рампардоса отнять 11 уровней, 11, и Стантлера тоже 3 уровня. Ну, в принципе, да, где-то бы мы уже сейчас, ребята, прокачивали нашу команду. Раркенди. С помощью Раркенди, да. Но пока что, ребята, я не знаю, будем ли мы вообще это делать, потому что это большие расходы, если честно, на 2 стака Раркенди. И с их помощью мы прокачаем только одну команду к 60 уровню. Так. Или, ребята, как я говорил, может просто-напросто сделать нам ферму покемонов, поставить там спавнер, купить, например, спавнер там за 2 стака алмазов, да, поставить его, например, в продажу. Купить спавнер покемонов за 2 стака алмазов, следовать правилами, то есть не ставить там спаун легендарных шайни и все такое, потому что это уже действительно читерство, а поставить там, например, какого-то одного покемона, например, там, киндлера, да, то есть от 35 уровня киндлеров до 50 уровня киндлеров, и все, и тупо там будем сидеть, и тупо там будем качаться, и больше нам других покемонов, в принципе, не будет нужно, потому что у нас будут там киндлеры, и они нормальные опыта дают, они не очень сильные, они не убьют нас, мне так кажется. То есть будем тут качаться где-то к 25 уровню, да, а потом пойдем на наших киллеров, на нашу фарм-зону. И тем самым, ребята, если мы тут прокачаем покемонов за сколько? Ну, например, за 2-3 серии, то там мы будем прокачивать их за максимум за 2 серии, что, в принципе, в 2 раза быстрее. Как думаете, ребята? Пишите вот такой опросик, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы сделали ферму покемонов и качались там? Поставить спавнер и тупо там качаться. И тем самым, ребята, мы закончим сезон намного быстрее. Потому что и я уже, если честно, немного заколебался вот это только прокачивать, не ловить, нифига не делать. И, в принципе, больше нам ничего не осталось. А так мы, ребята, будем еще быстрее прокачиваться, быстрее все делать и быстрее закончим этот сезон. И быстрее начнем новый, в принципе. Так, ну ладно, ребята, давайте уже сейчас докачаем Стантлера к 44-му быстренько. Да иди-ка ты сюда. Ну, к какому 44-му? К 50-му. То есть он уже 44-й. Так. Вот видите, то есть киндлер 50 уровень, 49-й, мы его убиваем быстро. И он дает вот сколько? 44? 44 уровень, там 45-й. И сколько еще дало? 45-й? Нормально так дало, если честно. То есть 45-й нам дало, и там еще 15-20% дало. Следующего уровня.
Это если бы ты еще не убивал нас, было бы вообще офигенно. Так мы, в принципе, и время теряем, и опыт. Ну, ладно, без этого никак. Точнее, чтобы нас не убивали, это нужно менять на покемонов других, все такое. Потому что тут есть большие вот такие уровни покемоны, но у нас нету сейчас в этой команде таких покемонов, с которыми можно бы было других убить. Ну, вот таких сильных, то есть. Ух, поэтому, ребята, говорю, сделайте себе спавнер или около дома, или где-то вот тут, даже около вот этого озера, какого нафиг озера. Вот этого острова, где-то вот тут еще сделать себе другой остров. Да, это займет там 2-3 серии только на то, что сделать, чтобы сделать остров, но тем самым потом, наверное, сэкономим где-то серии так 20, только потому что мы будем быстренько тут прокачиваться. Или, в принципе, я другой остров себе построю вот так, без съемки. Поэтому, ребята, вот такое небольшое голосование. И пишите в этом. Пишите в комментарии, хотите ли вы, чтобы мы себе, ребята, сделали прокачку покемонов, как бы ферму, да? То есть мы там, они будут спамиться, мы их будем убивать и там тем самым намного быстрее прокачиваться. Если, например, мы сейчас убиваем за одну серию около, ну сколько, 10-15 киндеров, то там мы будем, ну, например, мы убиваем в одну серию около 100 покемонов, да? То есть вот так, Краби, Бластоизы и вот эти все другие. Мы убиваем около 100 покемонов и тем самым убиваем где-то с них 10-15 вот этих киндеров, то есть они не всегда есть и не всегда их много, да. Вот тут сейчас 5 киндеров, но сейчас еще нужно бежать, еще попасть по них нужно, вот. То есть, например, вот 46-й, да, 46-й и там 20%. Давайте посмотрим. Убили, давайте дальше. 46-й 20% было. Второй киндер. Сейчас. Третий киндер. Давай, 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 чувак. Попадай. Третий киндер, но я так понял, что ты нас нападешь. Так, быстренько, пока там еще киндеры есть, и они не пропали. Так. Давай. Давай. Еще тут я вижу. Иди сюда, иди сюда. Это какой был? Четвертый? Ну ты твою ж фуражку. Должен ты был отойти, должен был ты. Вот. Это то был четвертый киндер, значит это пятый, да? Если я правильно считаю, если я что-то не перепутал. Так. Да ладно, вот. Пятый киндер. Мы уже и бегать быстро не можем. Давай. Это шестой, да? Так. Шестой киндер. И если бы я еще у тебя попал с первого раза. Ну то есть стоял ты там себе, еле ходил. О, ты такой медленный, медленный, медленный. Как только я кинул, ты сразу улетел куда-то. И вот, ребята, давайте посмотрим, сколько. Иди сюда, чтобы посмотреть опыт. 48. То есть мы прокачали себе, ребята, ровно 2 уровня, где-то за 7 киндеров. 7 киндеров мы убили, ребята, за минуты 2. 7 киндеров. И там мы где-то будем так убивать. Например, там 10 киндеров, да, например, 3 минуты. Хотя нет, там даже быстрее будет, только потому что, ребята, мы же тут еще их бегаем, ищем. А там сделать небольшое такое помещение, тупо, чтобы они там спавнились, и все, и там будет куча киллеров. И тем самым, ребята, мы даже за одну серию будем прокачивать, ну, практически всей нашей команде, как минимум, до 43 уровня. Если, например, мы начали, да, там все покемоны 20 уровня, то мы прокачаем минимум к 40. А в следующей серии мы уже практически закончим прокачку. Я вижу, ты, Волторп, очень на нас напасть хочешь, да? И тем самым, ребята, мы очень быстро прокачаем нашу... Я думаю, да, действительно, мне кажется, стоит это все сделать. Мы очень, ребята, прям очень быстро будем прокачиваться. И нам не нужно будет еще, не знаю, сколько времени, чтобы закончить этот сезон, чтобы прокачать наших покемонов. А тем самым мы очень быстро прокачаем всех. Так, ребята, ну, как видите, мы практически уже справились. Как я говорил, в этой серии я постараюсь прокачать Стампера к 50 уровню. И, ребята, мы практически это уже сделали. Давайте уже закончим. Так, вылечим. Быстро, быстро.
быстро. Ты куда хочешь уплыть, зараза, а? Так, 49-й, да, он? Раузи. Так. И еще раз. И Раузи. Давайте еще Зоруарка, 31-й. Опять идти, я не знаю, ребята. Что, не так спанится? Раузи. Так, и еще давайте Арбока. И мы 50-е, да? Раузи. Да, мы 50-е. Все, домой, ребята. Как я говорил, в этой серии, ребята, мы прокачаем вот этого. Мы прокачаем Стантлера к 50-му. И мы это сделали. Давайте сначала выкинем вот это все сюда, что нам не нужно. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Отлично. И, ребята, в следующей серии мы будем прокачивать Скулипеда и Крокодайла. Отлично. Ох, ну что, ребята, как думаете, будем мы делать? Пишите в комментариях, ребята, пишите в комментариях небольшое голосование. Если много людей будет за, чтобы мы сделали ферму покемонов, мы сразу же приступим делать. Я ее, наверное, без съемки сделаю как можно быстрее. Мы ее сделаем. Также можем сделать ферму киндеров и ферму бишарпов, потому что если есть покемоны, которые на киндерах не смогут качаться или что-то такое, то сделаем ферму бишарпов. Ребята, давайте там закончим. Если вы за то, чтобы мы быстрее закончили этот сезон, быстрее прокачали наших покемонов и быстрее все сделали и начали новый сезон, то голосуйте за ферму, чтобы мы ее сделали. Смотрите, мы, если прокачаем эту команду, то у нас уже будет третий вот этот бокс заполнен, потом еще вот один, потом еще один и потом вот тут чуть-чуть. Солрока бы обычного удалить, только я не вижу, где он. Вот он. То есть, намного, ребята, быстрее это все будет. Например, тут еще двух покемонов мы удалим, поэтому шестой бокс, ребята, уже не считается. Ну, может сюда еще вместо этого Мьюту, вместо этого Райкваза и тут Поригоны. Знаете, и, ребята, я только хочу проверить. Не говорите, что это читерство. Сейчас. Мне кто-то сказал, если скрафтить ПК в большом количестве, например, тут стак, тут стак, тут стак, тут стак, тут стак, тут стак, 6 стаков. Только проверить, ребята, правда ли это или нет. Чтобы больше мне не писали, ребята, что это правда, что нужно крафтить стак компьютеров. Если ты скрафтишь стак компьютеров, то заспавнится Поригон. Чтобы только проверить. Я не говорю, что это неправда, потому что я не знаю. Но я хочу проверить, ребята. Сейчас такой небольшой эксперимент мы сделаем. Так, быстро сюда разложим все вот это. Сюда. Вот это и сюда вот это. Небольшой эксперимент, ребята, смотрите. Мы скрафтим стак компьютеров, но как бы мы потом их выкинем, да, но в принципе компьютеры нам и так не нужны. Мы скрафтим только, чтобы посмотреть. Вот, еще стак вот этого. Стак ламп. И что там было? Стак вроде редстоуна, если я не ошибаюсь. Вот так. То есть мы крафтим стак ПК, и нам спавнится Поригон. То есть это такая задумка. Давайте посмотрим, правда ли это или нет. Я надеюсь, что правда. Если да, то тогда вообще офигенно. Фу, ну что, ребята, истинный момент. 1, 2, 3. Упс, нету Поригона. Но зато такой звук, знаете, эпичный бык. Как будто что-то Пори... Нету. Я не знаю, кто это сказал и думал, может, что это правда. Но, как видите, у нас он не заспавнился. Я, может, не знаю, может, я что-то не так сделал. Но мне сказали, когда ты крафтишь сразу стак компьютеров, то тогда спавнится Поригон. Но, как видите, у нас, ребята, он не заспавнился. Поэтому фиг его знает. Ладно, но это не суть, то есть Поригон не спавнится. Мы его потом заспавним, это такой мастерболы у нас есть и все такое. Но, ребята, если за ферму, ставьте да, голосуйте, лайк. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.